Шестая легенда. Закон космической справедливости. А. Загадка судьбы. Говорится, от судьбы не уйдешь. Кто распоряжается судьбой человека? Кто наделяет одних людей счастьем, а других страданием, иногда на всю жизнь? Почему одни, родившиеся в рубашке, которым все в жизни удается, а другие, бедные макары, на которых все шишки валятся? Почему одни здоровы и красивы, а другие калеки от рождения и безобразны? Почему такое неравенство в удаче и неудаче, такой произвол в счастье и несчастье? Наблюдая жизнь, можно прийти к выводу, что в мире нет справедливости, ибо сплошь и рядом мы видим, как страдают люди хорошие, а наслаждаются жизнью недостойные. Часто говорится о незаслуженном счастье и страдании. Но неужели в космосе, где все так стройно, так целесообразно и закономерно, неужели в таком космосе царит произвол и случайность, когда дело касается жизни человека? Врожденное чувство справедливости в человеке протестует, восстает против такой явной несправедливости в жизни людей. Легенды Востока говорят, что о несправедливости в дарах судьбы рассуждают те, кто имеет в виду только одну данную жизнь человека. Легенды утверждают, что нельзя выводить суждения о случайности и произволе в космосе лишь по одному отрывку из вечной жизни человека, только по последнему его воплощению. Они говорят, что все будет понятно, что все станет на свои места, если проследить жизнь человека в его прошлом, если рассмотреть ранее прожитые жизни его. Утверждается, что наша теперешняя жизнь есть точный результат наших предыдущих жизней. Так как наше неведение затемняет наше зрение относительно прошлого, события кажутся нам как бы появляющимися из пустоты, как бы случайными, но это иллюзия. И происходит она от недостатка нашего ведения. Люди, незнакомые с космическими законами, не видят, из каких причин исходят жизненные события, а результат неизвестных им законов считают хорошей или дурной судьбой. Много жизней человек прожил на Земле, и в них он думал, желал, действовал, то по-хорошему, то по-дурному. Он создавал силы, которые помогали или задерживали как его, так и других. Каждый из нас, когда вступает в эту жизнь, приходит из далекого прошлого, обнимающего многие жизни. И когда мы беремся снова за нашу земную задачу, мы приносим с собой нашу судьбу, такую, какую мы сами создали. Легенды настаивают, что случайности в мире нет, что все происходящее связано с предыдущей причиной, что мир, в котором мы живем, все же есть мир закона, справедливости и порядка. Б. Что посеешь, то пожнешь. Да, малой земной справедливости нет, но зато существует великая космическая справедливость. Эта космическая справедливость осуществляется законом причин и следствий, законом кармы. Это есть безошибочный закон воздаяния, который говорит, что посеет человек, то и пожнет. Согласно этому закону, страдающие в жизни и наслаждающиеся жизнью одинаково пожинают плоды того, что они посеяли. Если человек живет счастливой жизнью, то он заслужил ее прежней хорошей жизнью, а если он ведет жизнь недостойную, то он готовит себе будущее страдание. Космическая справедливость воздает каждому по делам его, и есть обратный удар – за добро добром и за зло злом. Это воздаяние людям за их поступки производит космический закон. Око за око и зуб за зуб. Как аукнется, так и откликнется. Как постелишь, так и выспишься. Не плюй в колодец, придется воды напиться. Эти изречения народной мудрости относятся к закону кармы. Судьба человека складывается его делами, по которым закон кармы являет соответствующие результаты. Следствие поступков, слов, желаний и мыслей человека неизбежно возвращаются к нему, либо в виде наказания и страдания, либо в виде счастья и радости. Карма есть порождение человека. Вся его жизнь есть результат его кармы. Следовательно, человек исключительно сам творит свою судьбу.
Когда человек кричит «За что?», он не думает ни о прошлом, ни о будущем. Он ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам суровым наказанием себя карает. Человек не должен обвинять небеса и судьбу за явную несправедливость, царствующую среди человечества. Он сам свой спаситель и разрушитель. В. Задолжал – расплачивайся. Легенда говорит, что ничто не проходит бесследно. Каждый поступок человека, каждое слово, каждое его желание, даже каждая мысль запечатлеваются автоматически на невидимых нам скрижалях. Все заносится в книгу жизни человека. И за все раньше или позже приходится отчитываться. Таким образом, ничто не может коснуться человека, чего бы он не заслужил сам. И недостаток памяти и знания с его стороны не может воспрепятствовать выполнению закона. Ни в каком случае человек не может пострадать, не заслужив того. Не извне приходит то, что принято считать кармой. Вредящий прежде всего вредит себе. Откуда столько несчастных? Они перевоплотившиеся предатели, воры, убийцы. Обычно в сумме их найдутся старые долги. Явно несут они плату. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул: «Благодарение! Очевидно, могу заплатить древние долги». Император, прозванный Золотым, ужасался. «Роскошь преследует меня. Когда же смогу заплатить долги мои?» Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате своих долгов. Они понимали, что бывшие жизни, наверное, не обошлись без задолженности. Часто легкая карма является тяжким испытанием, ибо чрезвычайно редко, чтобы человек мог подняться среди благополучия на следующую ступень духовного совершенствования. Лучше быть платящим, нежели получающим, ибо каждая плата кончает прошлое, между тем, как получение может снова связать. Человек может идти по своему пути так, как он находит нужным. Кто пошел по правильному пути, тот и придет к цели. Каждое искривление отнесет от прямого пути. Когда путник заблудился в зарослях, ему приходится преодолевать многие препятствия. Избыток самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые приходится расплачиваться. За каждой ошибкой неизменно будет следовать страдание, до тех пор, пока человек не поймет, что нарушать космические законы нельзя. Страдание есть главный учитель человечества. Человек, не знающий космических законов, не сообразуется с ними и, направляемый эгоистическими побуждениями, совершает поступки, которые причиняют ему страдания. Таким образом, незнание космических законов является для человека источником постоянных страданий. И до тех пор, пока он этих законов не будет знать и будет их нарушать, он будет страдать, ибо будет сознавать свою плохую карму. Наблюдая жизнь людей во всем мире, не будет преувеличением сказать, что в большинстве этих жизней больше плохой, чем хорошей кармы. То есть, что в общем больше утомительного труда и печали, чем счастливой деятельности и радости. На современном уровне человеческой эволюции в запасе собранных всеми нами сил заключается больше страдания, чем удовлетворения и радости. Наш дурной баланс превышает хороший, ибо в прошлых наших жизнях мы не хотели руководствоваться мудростью, предпочитая вести эгоистические жизни, не заботясь о том, вредны ли мы кому-нибудь нашим эгоизмом. Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного рода коллективы. Создавая свою карму, человек связывает себя при этом с другими людьми, становясь таким образом членом различных групп. Семейный, национальный, расовый. Как член этих групп, он участвует в карме каждого коллектива. Поэтому, кроме своей индивидуальной кармы, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, народную, государственную, общечеловеческую. Групповая карма образуется действиями и стремлениями к достижению какой-нибудь цели семьей, обществом, определенным классом, партией и так далее.
все, принимавшие участие в образовании подобного рода кармы, должны будут встретиться не только со своими противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были ими же завязаны. Карма больших коллективов, как народ и государство, ввергает народы в такие коллективные бедствия, как война. Г. Пути создания кармы. Некоторая часть кармы, которую человек создает в своей текущей жизни, погашается в той же жизни. Остальная часть откладывается до того времени, когда создадутся условия для ее погашения. Таким образом, по времени исполнения карма бывает зрелая. Это та часть из общего количества нажитой кармы, которая владыками кармы определена к изжитию в текущей жизни, и поэтому она неизбежна. Накопленная – это такая, которая по разным причинам не могла быть ни изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых условий. Эта карма всегда доступна изменению. Зарождающаяся – это та карма, которую мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в продолжении текущей жизни. Это посев для будущего. Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут быть изжиты в одном и том же теле, но требуют различных физических тел для своего проявления. Иногда образуются обязательства по отношению к каким-нибудь людям, которые для этого должны снова встретиться. Иногда карма должна осуществляться среди определенного народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было положено основание для подобного рода кармы. Поэтому для каждой души при ее воплощении делается тщательное прилаживание условий жизни. Это производится владыками кармы, теми невидимыми разумными существами, которые управляют великим законом космической справедливости. В плане логоса они действуют как распределители кармы. С всеведущей мудростью владыки кармы выбирают и соединяют различные части кармы человека, чтобы образовался общий план данной его жизни. Они не вознаграждают и не наказывают. Они только приспосабливают собственные силы человека, идущие из его прошлого, так, чтобы его карма содействовала его движению вперед в эволюции. Чтобы не дали владыки кармы человеку радость или горе, благополучие или несчастье, они имеют в виду только истинную цель человека, которая на настоящей его стадии состоит не в том, чтобы быть счастливым или несчастным, но чтобы прогрессировать по линии, намеченной планом эволюции. Так владыки кармы распределяют карму людей. С бесконечным состраданием и с бесконечной мудростью, но не отступая ни на волос от справедливости. Они строят для одной души тело, подходящее для гения, а для другой – тело, подобное бревну. И не их дело заботиться о счастье или несчастье человека, его добром или злом характере. Их единственная забота – подвести человека на шаг дальше по пути эволюции. Содействие и затруднение, радости и горести, возможности лишения – вот кирпичи, которые готовит эго для своей временной обители. Владыки кармы не прибавляют ничего и не отнимают ничего. Они лишь распределяют силы, творимые душой, так, чтобы конечная цель человека была бы достигнута, возможно, скорее в период прохождения им цикла рождений и смертей. Создавая карму, мы имеем дело с силой и ее последствиями. Сила та принадлежит или плотному миру действия, или тонкому миру желания, или огненному миру мышления. Мы пользуемся всеми тремя видами силы. Устремляясь, мечтая, думая, желая, действуя, мы приводим в движение силы всех трех миров. С каждым поступком, с каждым желанием и с каждой мыслью человек меняет свое отношение к космосу и отношение космоса к себе. В сущности, вся карма имеет свое начало в мысли человека. Карма творится, утяжеляется и облегчается главным образом мыслями. Мысль – наиболее могучий фактор в создании кармы. Именно наши побуждения и мысли творят карму, а поступки – факторы второстепенные. Мотив гораздо важнее, чем сам поступок.
Поэтому люди слагают большую карму не внешней, а внутренней жизни. Внутренняя жизнь влияет на карму во сто крат больше. Любое преступление является только малой частью внутренней подготовки, которая бывает часто очень длительной. Д. Как жить, чтобы святу быть? Если закон кармы есть закон возмездия, то надо ли брать на себя исполнение этого возмездия? Легенда предупреждает, что сам человек не имеет права брать на себя выполнение закона кармы, ибо этот закон не приложен сам по себе. Человек не должен мстить за причиняемую ему несправедливость. Этим ведает высший суд, закон кармы. Слова «мне отмщение» и «аз воздам» относятся к закону космической справедливости. И кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот удар с местью в сердце, мы тем самым не только не исчерпываем свою карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Поэтому мы должны прощать нашим личным врагам, иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. Легенда говорит, что уничтожение земного врага посредством убийства есть создание сильного врага в тонком мире. Древние говорили врагу, если убьешь, тем хуже для тебя. На небе битва удобнее, и там поражу тебя. Так своеобразно выражали древние вечность жизни и непреложность кармы. Но противиться злу мы должны, указывает легенда. Противление злу есть необходимое условие эволюции. Есть много способов противиться злу, не усугубляя карму, прежде всего силами духа. Отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, по существу во сто крат мощнее. Долг каждого духовно развитого сознания всегда быть на страже и по мере сил пресекать зло. Человек призван к мировому строительству посреди хаоса и должен воспитывать в себе мужество вечного дозора и участие в космической битве, неустанно происходящей вокруг него. Если он не хочет, чтобы его затопили волны хаоса, он должен быть всегда готов противостоять всякому закону. Мы не можем стать непротивленцами злу, не став в то же время предателями всего человечества. По мере того, как изживается жизнь человека, карма погашается. Но в то же время создается новая карма. В зависимости от мудрости человека будет и качество этой новой кармы. Если его страдания научат его безропотности и симпатии, если его горести и тревоги побудят его исправить содеянные им ошибки, если он заплатит свои кармические долги разумно, в таком случае его новая карма будет хорошей, а не дурной. Но если он ожесточится и вследствие этого причинит бедствие другим, в таком случае его карма будет плохой. Человек, удрученный всевозможными горестями и несчастьем, не должен роптать на своих ближних и на отсутствие справедливости, ибо суть его затруднения – результаты его же прошлых ошибок и прегрешений. Надо принять их стойко, с покорностью и смирением, и таким отношением устранить от себя многие тревоги и мучения, которыми незнающие закона еще более усиливают бедствие своей жизни. Будущее человека зависит от его собственных усилий, и тот же закон, который несет ему страдания, принесет ему с такой же неизбежностью радость, если он посеет добрые семена. Человек сам делает свою карму, создавая одинаково как свои способности, так и свои ограничения. И действуя этими созданными им же самим способностями и сталкиваясь с вызванными им же самим ограничениями, в его власти усилить или ослабить свои способности, расширить или сузить свои ограничения. Цепи, связывающие его, скованы им самим, и он может либо распилить их, либо стянуть их еще сильнее. Таким образом, мы все, господа нашего завтра, как бы мы ни были стеснены сегодня результатами нашего вчерашнего дня. Нерушимость и неизменность космических законов является необходимым условием для верного успеха и для ясного предвидения своего будущего.
Человек может сделаться господином своей судьбы только потому, что он живет в мире, управляемом законом, где знание может дать человеку проникновение в деятельность своей души и силу направлять свое будущее, строить и личный свой характер, и будущие условия своей жизни. И тогда знание закона кармы становится для него силой, поддерживающей, поднимающей и вдохновляющей. Обычно большинство из нас, выплачивая кармические долги, создает себе смешанную новую карму, соединяющую хорошее с дурным. Но у более мудрого из нас будет большее количество хорошего, чем дурного. В сущности, пока человек не отнесется сознательно к плану эволюции, не может быть для него больших перемен из жизни в жизнь. Подъемы и падения удачной и неудачной судьбы, горести и радости чередуются в изживаемых жизнях. И только тогда, когда человек определенно решается следовать плану Логоса, жить не для себя, а для своих собратьев, тогда начинает ускоряться его эволюция. Тогда его прогресс становится быстрым, увеличиваясь как бы в геометрической прогрессии. Мы не должны воображать, что судьба, выбранная для индивидуума, не поддается изменению. Человек может изменить свою судьбу, реагируя на обстоятельства необычным образом. Безудержным устремлением вперед, к совершенствованию, человек может свою карму обогнать, и она его не настигнет. Остановившийся в своем развитии получает полный ливень кармы. Когда человек, стремясь к совершенствованию, развивает свои духовные силы, направляя их на пользу эволюции и для блага ближнего, он не только погашает всю свою карму, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. Силы света, в силу закона свободной воли, не вторгаются в карму человеческие. Но, повинуясь другому великому космическому закону, закону жертвы, они часто принимают на себя карму человеческих ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от тяжести его кармических последствий. Они являются, как Христос, теми искупителями, которые время от времени появляются в мире, чтобы дать необходимый толчок эволюции человечества планеты.